Всем привет! Итак, в этом видео мы будем чистить кофемолку Аврору, чайник и кружку. Что именно и чем? Будем вот брать лимонную кислоту, нам для этого понадобится, и кипяток. Будем чистить от накипи. Так, вот такой у нас есть красивый чайник. Смотрите, там плавает, что-то такое, вот ужас происходит. Хорошо, что лягушки не завелись, но камни есть. Здесь мы, собственно, и будем кипятить воду. Так, дальше мы лимонной кислотой почистим кружку. Вот тоже, смотрите, такая кружка у нас есть красивая. Не спрашивайте, как я могла довести ее до такого состояния. И будем мы чистить кофемолочку. А вот что именно. Вот у нас есть такой носик. Здесь мы молочко вспениваем. Взбиваем молоко для латте, капучинка. Такая вот трубочка. Ну и, собственно, носик. Вот это все, чтобы вы понимали, это камень. Сейчас я прибавлю ближе и увидите, что за ужас. Вот, смотрите, сколько накипи тут. А должна быть вот такая вот эта штука, этот носик. То есть мы будем от этого всего избавляться. И приступим. Для начала мы закипятим воду. В этом же страшном чайнике. Вот такой он красивый, светится синим цветом. Там внутри такой весь красивый. Подождем, пока закипит вода. Итак, чайник у нас уже закипел. Пока он кипел, я успела нашинковать капусту. Больше не знаю, полезна для вас это была информация или нет. Так, ну, воды у нас достаточно, должно хватить на все. Открываем. Не знаю, возьму пока один пакетик лимонной кислоты. Вот эту ложечку. Ну, давайте возьмем на эту кружку чайную ложку лимонной кислоты. Ну и посмотрим, зальем кипяточком, что же произойдет с нашей кружкой. Короче, делаем фокус. А, шокинка. Ух ты! Да тут чудеса творятся, смотрите. Это вообще фокус какой-то. Смотри. Смотри. Оказывается, у меня прозрачная кружка. Смотри. Смотри, что происходит. Это все налет. Причем налет от воды фильтрованный. Да что там, специально в магазине покупаем, чтобы пить. Класс. Вообще. Это ли не чудо? Прикольно. А ну давайте теперь в эту воду попробуем окунуть этот носик. А что у нас тут с этой стороны? Еще ты так болтаешься. Короче, отходит суперски. Так. Давайте окунем сюда носик. Подберемся ближе к этому делу. Носик. Опа. Отъема. Что, подержать его так может? Ай-яй-яй. Да вот этой штуки. И что? Надо его пополивать. Произойдет ли такое чудо с этим носиком? В общем, решила ту кружку сильно долго не держать на весу. Видно, там происходит намного дольше вся реакция. Может, налет это побольше, да и от молока. Нашла я кружку, тоже прозрачную. Тоже не совсем, скажем так, чистая. И приспособила ее вот так вот до этой резиночки.
Ну, пусть постоит, посмотрим. Через некоторое время сдирается ли тот налет от молока. Так, за это время я, кстати, вот наша кружка, я ее сполоснула. И смотрите, она у меня прозрачная оказывается. Она у меня не белого цвета, без налета. В общем, вариант кипяток и лимонная кислота с кружкой работает вообще. Фантастика просто. Это жижа. Смотрите, вообще навью. Даже наклейка осталась. Класс. Ну что, давайте теперь попробуем это все с чайником. И там перестраиваемся на чайник. Вот наш красавец. Сколько ж туда кидать лимонной кислоты? Ну, давайте попробуем. Вот у меня осталось. Да, отсюда я две чайные ложки взяла, да. Одну на большую кружку, сюда еще досыпала для носика. И теперь выливаем вот это все сюда. О, там реакция. Ну, шипыть, бурлыть. Понимаешь? Маркуша может быть. Блин, даже не знаю, может еще закинуть. Короче, посмотрим, если этого будет мало. Блин, там так все бурлит, даже не видно, отходит там что-то или не отходит. Сейчас я возьму большую ложку. Ну, собственно, начну колдовать. О, смотрите, сдираемся, видно? Вот это желтенькое. Пошкрябывается со стен. Я вообще. Вот это желтое. Сходит со стен. Не знаю, как вам видно, короче. Пусть оно так побудет. И думаю, легче сдерется потом. Ну класс, пока меня это радует. Так, после внутренней чистки желательно провести еще внешнюю чистку чайника, чтобы он был вообще как практически новый. Перейдем теперь к носику. Он у нас чуть-чуть побыл в этой жиже. В чайнике происходит реакция. А мы посмотрим, как у нас налетом туточки. Ай, горячая. О, смотрите, уже что-то происходит. О, класс. Конечно, с трудом. Смотри, как интересно. Оказывается, там трубочка есть. Так, сюда, к низу оно плоховатисто еще сдирается. Шо, пусть еще побудет, да? Смотри. Все ж капец. Может, чаще надо ее мыть, делать такую профилактику чистки от налета, чтобы до такого ужаса не доводить. Да, и будет вам счастье. Этот налет здесь сдирается. Ну что, подождем. Так, перейдем к чайнику. Смотрите, вот тут видно, да, вот это все налет. Хотела бы показать вам, как он выглядит внутри, но крышечка далеко не открывается. Плюс тут пара, плохо видно. Но сейчас я попытаюсь это все скрепсти ложечкой. И что у меня из этого получится. Так, начинаю шкребать. Таким вот практически легким движением руки. Смотрите, что-то происходит. Камни отходят. Смотри. Главное, пара, короче, горячая такая идет. Сейчас вам покажу, что оно действительно отходит. Камни чистятся. Эти вот страшные налеты, посмотри, вообще. Сейчас мы их
Будем держать. Не совсем это удобно делать, конечно. Еще и снимать. Ну, видно, да, что очищается. Так, вернусь к этому процессу чуть-чуть попозже, когда пара не будет уже такая сильная. Можно было это все делать. Ну что, простояло долгое время у меня тут носик, мочился вот так вот таким образом в стакане. Все удачно отошло, жалко, что не сняла, как легким движением руки. Все остатки снялись на кипе молока. И заодно почистилась у нас вторая кошка. Да, она тоже, оказывается, у меня прозрачная. Теперь настала очередь к чайнику. Так. Здесь муть полная. Он у меня остыл, я его еще раз включала. Ну, давайте вылим. Посмотрим. Приготовила я тарелочку. И сейчас мы вылим. Блин, если у нас получится это сделать. Что там за муть? Посмотрим, что тут происходит. Ну такое. Почистила. Смотрите, тут еще застряла возле этого. Смотрите. Можно это строить дом. Цемент. Полностью там какой-то камни, цемент вообще, блин. Ну, повымывать его еще хорошенько, вот то, что там осталось. Будет то, что надо. В общем, лимонная кислота вообще прелесть. Чистить хорошо, чистит хорошо. Только надо, наверное, не пожлобиться в следующий раз. И не пол пакетика, как я сделала там, а целый пакетик. Вода у нас мутная вылилась, тут всякая гдеза, блин, какашняк всякий. Такой похожий, как нам толстую яичную шкарлупу. Но хрупкую. Ай, чуть улица. Чайник буду домывать до конца еще. Наружной стороны, потому что у меня вообще капец-капецкий. Не купанный, поди-то сколько лет. Вот. Так что, такие дела. Лимонная кислота работает. Дешево и сердито. На этом пока все про лимонную кислоту. Работает. Пользуйтесь. Ставьте лайк. Подписывайтесь. И пока-пока.